На Змеиной горке сгорела баня. Старенькая, бревенчатая, до смерти заклеванная красным петухом, которого ненароком запустили в парилку торопливые хозяева. Доподлинно неизвестно, водятся ли нынче на той горке гремучие змеи. Но до появления здесь одноименного колсада гады ползучие наверняка курсировали туда-сюда между Кольцовским и Сибирским трактами на отшибе большого города по высоким травам на улице Интернациональной. В преддверии плодово выгодного сезона добрые самаритяне из колсада, заглянув на свой участок, протопили баньку после долгой зимней простуды. Пока остывшая каменка прогревалась, садоводы гоняли чаи в домики и вдруг почувствовали, как со двора потянуло гарью. Самостоятельно приструнить вредоносную птицу не удалось. Озябшие за зиму без тепла и хозяйского присмотра баньки, дровишек в топке для сугреву было мало. И она решила пустить в расход и свое старое бревенчатое тело. Примчавшиеся огнеборцы баньку на Змеиной горке спасти не успели, хотя и очень старались. Зато соседи от огня не пострадали. От комментариев на дымную злобу дня дачные погорельцы уклонились. Здравствуйте. Как у вас так случилось? Можете рассказать, нет? Но наши эксперты, в общем-то, глубокие дилетанты в садово-банных экзерсисах, дерзнули предположить, что после холодной зимовки в старых баньках нужно прочищать от сажи печные дымоходы и трубу. Впрочем, все мы разумны задним числом. Баньку другую с дуру сожжешь, чему-нибудь да научишься. Словно предчувствуя скорую кончину старой избушки с парилкой, хозяева построили рядом новый деревянный сруб. Вот только крышу соорудить не успели. Так что нет худа без добра. А в дачных делах что самое важное? Правильно, мотивация. Деньги – дело наживное.